На часах 12.00, а это значит, что в прямом эфире канала СВ ТВ программа «Полдень», в студии Анна Медяник. Здравствуйте! Если среди ваших знакомых есть юристы борьбы с пестицидами или специалисты в области 3D-графики, смело поздравляйте их с профессиональным праздником. Кроме того, сегодня, 3 декабря, день положительных ответов. Используйте этот аргумент для получения нужного вам результата. И пока вы мысленно составляете список желаний и требований, я расскажу, что мы приготовили для вас на ближайшие полтора часа. В России стартует пилотный проект по снижению бедности. Эти и другие новости в новостях экономики. Тучи рассеялись, снег тает. Как справились дорожники с метелью и переметами? Расскажем и о том, как в Петербурге прошел фестиваль волторнистов. А также, как в Михайловске отметили 55-летие музыкальной школы. Ваш самый главный джойстик в мире – это руки. Сделаем зарядку. Новый способ снять стресс – игра на барабанах. Узнаем у гостей в студии, помогает ли этот метод на практике. Ставропольцы хотят присвоить аэропорту Минвод имя Лермонтова, а гавань Ставрополя назвать именем Суворова. Голосование в проекте «Великие имена России» завершено. В нем приняли участие миллионы. За ставропольские гавани отдали свои голоса почти 400 тысяч человек. Окончательные результаты объявят завтра вечером. Будем держать кулачки, ведь развернулась активная битва. За название аэропорта именем Лермонтова претендуют и жители Пензы. Давайте напомню, как великий поэт связан с городами Кавказских минеральных вод. Летаем с гордостью за своих. Чьим именем назовут аэропорты Ставрополя и Минеральных вод, зависит от тебя. Лермонтов Михаил Юрьевич. Великий русский поэт, драматург, прозаик. Впервые он посетил Кавказ в возрасте 10 лет. Многие свои произведения Лермонтов посвятил Кавказу. «Кавказ», «Черкесы», «Кавказский пленник», «Демон» и многие другие. Дважды был сослан на Кавказ в ссылку. Пятигорский поэт участвует в дуэли с Мартыновым. В результате поединка 26-летним он погибает. Великие имена России. Время признаний. До Нового года осталось меньше месяца. Детвора уже вовсю сочиняет письма Деду Морозу и ждет чудес. Ну а нам, взрослым, самое время превратиться в волшебников. И у меня в гостях три девушки, и многие их по праву считают добрыми феями. Кстати, я тоже. Итак, знакомьтесь, Оксана Булгакова, Елена Голова и Ольга Яковлева. Здравствуйте. Здравствуйте. Я объясню зрителям, почему вот я так вас представила. Вы волонтеры, а волонтеры, они делают добрые дела, и мне кажется, это вот самое у феи, по-другому не скажешь. Но я не просто так вас позвала сегодня, а вы задумали какой-то праздник. Давайте мы про него, наверное, расскажем всем. Кто начнет? Оксана. Ну, скажем так, мы даже не один праздник задумали, у нас есть разные направления. Ну, одно из направлений, я, наверное, больше за него скажу, потому что это я дольше всех этим занимаюсь, это детские дома. Ну, точнее, у нас есть один подшефный детский дом, куда я уже езжу 6 лет. Устраиваем там праздники под Новый год. Ну, мы в течение года тоже ездим, но под Новый год это всегда большой праздник. Мы ищем аниматоров, мы ищем подарки, то есть ищем спонсоров, кто нам помогает. Понятное дело, что сами мы как организаторы. Оксана, а легко искать? Ну, вы знаете, по-разному бывает. Вот в этом году как-то вот больше отклик. Первое время у нас вообще было очень много помогающих. Потом, когда на Украине случилось вот весь этот переворот, как-то у нас люди переключились в ту степь, наверное, больше. И, ну, мало было помогающих. Но мы ездили, праздники мы устраивали, аниматоры всегда откликаются. Аниматоры у вас одни и те же, у вас команда? Или вы каждый раз кого-то нового находите? Нет, аниматоры у нас разные, но хочется сказать, да, есть такая
такая группа «Планета детства», тоже девочка знакомая организовала это агентство праздников, и мы познакомились с ней как раз-таки, когда начинали заниматься детскими домами. Мы тогда сами делали праздники, мы сами наряжались, мы сами готовили спектакли, сами выступали. Она работала в саду, и потом она сейчас организовала свое агентство, и никогда она не отказывает. То есть если мы просим, и в детский дом, и вот еще потом Лена скажет, там еще у нас это, они нам помогают. В этом году еще вот присоединились, пока мы с ними не работали. Ажур есть тоже агентство праздников, но они вызвались нам помогать, поэтому... Оксан, вы собираете подарки и отвозите ребятам? Ну, на самом деле мы собираем подарки, если есть такая возможность, но большинство людей заняты у нас, особенно в декабре, поэтому 100 рублей, 200 рублей, то есть нам все, кто хотят в этом поучаствовать, переводят деньги, мы потом отчитываемся, на что мы их потратили, мы закупаем детям подарки по количеству детей. Если что-то остается, ну, всегда есть у детей, скажем так, потребности, там, подростки, девочки, там, косметика, бижутерия, там, девочки рак, везде, девочки, да. Ну, как бы, да, такие есть потребности всегда, поэтому... Лен, у вас другая миссия, да? Вы готовите праздник для детей-инвалидов. И, насколько я знаю, уже список у вас желающих попасть на праздник большой. Да. Расскажите, как пришла в голову эта идея? Вы впервые? Ну, немного я помогала, откликалась. Оля, когда просила, я иногда откликалась на такие мои возможности, так сказать. Ну, организовала игровую комнату, вот. У нас будут проходить коммерческие елки, то есть для любых желающих, вот. И оставались дни, и думаю, ну почему бы и не помочь другим деткам, почему бы не сделать праздник, как можно больше детей осчастливить. И так как многие родители не хотят вести деток особенных с простыми, потому что там толкучка, там может ребенок испугаться и так далее, решили сделать отдельную им елку. Ну и, естественно, сделать бесплатно это. Вот. Позвонила Оле. Как набирали? Куда обратились? Ну, мы давали объявление в соцсети, у нас есть группа «Волонтер 26», могут подписываться в Instagram. Все на это, да, в Инстаграме. Мы дали объявление, Лена у себя, у нее детская комната «Панда-парк», она у себя дала объявление. Вот и так, сейчас даем объявление на сбор подарков для деток. Деток набрали? Много детей? Ну, да, много детей, много желающих. Мы делаем не одну елку, поэтому пришлось нам разделить по возрастам, чтобы было удобнее. Маленькие с маленькими, постарше такими большими более детками. Вот. А также Дед Мороз, аниматоры. Будут аниматоры, все, как раз все, «Планета как детства». У вас, да, как обычно. Да, «Планета делаете». Детства решила нам помочь, мы им очень благодарны за это. Будут аниматоры, будет шоу «Мыльных пузырей», будет очень весело. Попасть на эту елку очень просто, еще есть места. Вот. Группа «Волонтер 26». В Инстаграм, да, это вот туда вот легче всего, либо, наверное, да, будет. Либо волонтер, либо панда парк. Да, вот можно мне написать лично, да, в панда парк в Ставрополе, если набрать, то сразу просто пишут люди фамилию, имя ребенка, присылают мне справочку и все, то есть никаких... Проверок вы не проводите, проверок, да? Мы не проводим, никаких инстанций, да. Куча документации не нужно, все очень просто, легко. Вот. Подарки было теперь, бы желание, да? Теперь да. Мы ищем спонсоров. То есть добрые люди нашлись, теперь надо еще больше добрых людей. Да, как-то хотелось... уже движется процесс? Ну, выставили, конечно, посты. Хотелось бы подарки подарить детям, ведь елка это не только Дед Мороз, но и подарок. Вот. Но Оль, как продвигается, да? Найти людей. Ну, пока с детками-инвалидами немножко сбор стоит, потому что еще, наверное, не очень сильно много знать. Я думаю, что нас сегодня увидят люди, и кто-то скажет, что тоже хочет к вам присоединиться. Да, я очень, надеюсь, все-таки, очень бы хотелось, да, чтобы нашлись спонсоры для деток, потому что детки-инвалиды это, ну, особенные, да, у нас детки. Да. И тоже хочется, чтобы для них был это праздник. Вот хотим подарить такой, сделать праздник, чтобы они получили и подарки, и все. Так что ждем, кто хочет откликнуться, помочь нам. Я надеюсь, мы поможем. Сколько все-таки детей вот сейчас, на сегодняшний день? Значит, в каждую группу я набрала сейчас по 15 детей. Еще можно будет добавить немного, вот, поэтому есть еще места. Но примерно 30-40 человек будет на мероприятиях.
Я знаю, что вы помогаете не только детям, вы помогаете семьям, которые попали в трудные ситуации. Да, вот знаю ситуацию, когда сгорел дом, вещи, то есть все это тоже вы. Да, это тоже все мы, многодетным деткам, семьям помогаем, также тоже просят. Вот сегодня мне написали, пока мы ехали сюда на съемку, мне написали, что мама воспитывает одна ребенка в тяжелом финансовом положении, очень хочет ребенку 3,2, по-моему, мальчик, очень хочет машинку. Попросила осуществить такой ну, как подарить такой подарок, да, как машинку. Ну, будем стараться покупать. Отклик в соцсетях уже как налаживается контакт? Да, очень много. Да, очень много. И вот у нас, я вчера буквально выставила пост тоже о сборе семьи с Украины. Очень много откликнулось. Сейчас поедем с мужем собирать помощь. Я хочу сказать, что вот это вот обычные абсолютно люди. У каждого есть своя работа, и занимаются они этим свободно от работы, от семьи время. А семьи как бы тоже, да. Я так понимаю, с вами и семьи занимаются, насколько и я муж, знаю. Да, со мной ездит, собирает. И ребенок, да, тоже ездит со мной, собирает. У нас вот еще есть такой, как сказать, благодетель, или как правильно выразиться? Помощник. Помощник, да. Сеть мебельных салонов «Маргарита», он нам постоянно помогает. Очень хочу сказать, выразить большую благодарность ему. Вот буквально сегодня он нам тоже большую сумму денег перечислил, ну, на семью из Луганска. Спасибо ему очень большое. Девочки, я говорю вам спасибо огромное за то, что вы делаете. Я надеюсь, в следующую нашу встречу мы будем благодарить намного больше людей за помощь. И вам, Анечка, спасибо большое. Спасибо. Вы тоже постоянно репосты делаете и постоянно тоже помогаете. Спасибо большое. До свидания. Всего хорошего. Мы продолжаем. 10 банок горошка, 2 ведра майонеза и 0,5 кило крабовых палочек. Как? Вы еще не закупили продукты на новый новогодний стол? Тогда самое время подкинуть вам пару идей. Посещаемость столичных торговых центров в период недели скидок, более известной как «Черная пятница», практически не выросла, отмечают аналитики. А в регионах интерес к распродажам оказался выше, чем в Москве. Удалось ли что-нибудь купить с 1000% скидкой, я узнаю сейчас у своего коллеги Романа Выстропа. Роман, признавайся, все смел с прилавков. Вот с 1000% скидкой нет. А вот со скидочками я бы, конечно, был бы поаккуратней. Я вот противник всех этих. Это вот подвох в этом. Это говорит экономический обозреватель. Да. Слушайте его внимательно. Вот о новостях экономики я предлагаю поговорить подробнее и обо всем узнаем как раз.
Поехали. Субсидии на 6 миллионов. Предприниматели Невинномысска получили поддержку на развитие бизнеса. Жесткая экономия сократится. В России стартует пилотный проект по снижению бедности. Борьба с контрафактом. Правительство собирается усилить контроль за системой маркировки товаров. Производство бензина в стране будет расти. Новый налоговый режим позволит нефтяникам сдержать цены для потребителей. Поэтому поводов для скачков цен на АЗС нет. Вызовом может стать только чрезмерный рост цен на нефть при слабом курсе рубля. Но и на этот случай у правительства есть решение. С середины декабря прошлого года по октябрь этого года нефтекомпаниям было более выгодно продавать бензин и дизель за рубежом. Но теперь за счет совокупности факторов все изменилось. Продажи внутри страны стали доходнее экспорта. Следует из материалов, представленных замминистра энергетики Павлом Сорокиным. Пока цены на нефть остаются ниже $90 за баррель, причин для беспокойства нет. Сглаживающий налоговый механизм, разработанный правительством для нефтяников, должен решить проблемы с прибыльностью топливного бизнеса. Но при росте цен на нефть свыше $90 и сохранении курса доллара в коридоре 60-70 рублей придется применить меры административного регулирования для изолирования внутреннего рынка бензина, заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазонов. Совет директоров Центробанка утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора. Также утвержден порядок применения данных тарифов страховщиками при определении страховой премии. Отмечается, что указание вводит более гибкую систему коэффициента возраст-стаж с более детальной градацией ступени. Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла поправки в законодательство об ОСАГО, согласно которым уравнивается статус бумажного и электронного полисов. В начале октября в ведомости со ссылкой на финальные поправки Минфина к закону об ОСАГО сообщили, что ведомство выступило с предложением разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года на 40% ниже или выше. Предприниматели Невинномысска получили субсидии на 6 миллионов. По итогам конкурса поддержку получили социально значимые проекты малого и среднего бизнеса. Как сообщили в пресс-службе мэрии промышленной столицы, речь идет как уже о существующих проектах, так и о тех, что только развиваются. По словам замглавы администрации Александра Эма, столь серьезную поддержку бизнесмены получают впервые. Раньше размер помощи муниципалитета предпринимателям составлял 100 тысяч рублей в год и сводился только к выделению грантов на создание нового бизнеса. Теперь же, по словам чиновника, желающим начать свое дело дадут гранты и на протяжении 3 лет будут курировать проект. Основную часть средств предоставляет федеральный бюджет, остальное – краевой и муниципальный. В этот раз конкурсная комиссия дала добро на все заявки, в их числе пункт велопроката, развивающая школа для одаренных и центр досуга для школьников. В декабре предприниматели смогут поучаствовать еще и в одном конкурсе. Сумма грантов составит около 160 тысяч рублей. В России стартует пилотный проект по снижению уровня бедности. Он будет проходить в 4 этапа и к 2024 году должен привести к тому, что число живущих в условиях жесткой экономии россиян сократится вдвое. Об этом говорится в приложении к приказу Минтруда. По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, сначала эксперимент проведут в ряде российских регионов. Там будут выявлять семьи с низкими доходами, чтобы построить для них траектории выхода.
из малообеспеченности. Пилотные регионы Нижний Новгород, Иваново-Приморье и, возможно, Кабардино-Балкария. В этих регионах мы будем отрабатывать технологию выявления бедных семей, сказал Топилин. По его словам, планируется, что социальный контракт будет поддерживаться из федерального бюджета. В июле Росстат констатировал, что абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума впервые снизился за 5 лет. Правительство собирается усилить контроль за системой маркировки товаров. Минпромторг по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева уже разработал проект новой системы. Как пишут ведомости, бизнес получит доступ к данным на условиях, которые определят власти. База данных получит статус государственной информационной системы. Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий. Он сможет вносить изменения в ГИС только с согласования правительства. По планам, система маркировки товаров должна будет охватить все отрасли промышленности к 2024 году. Пока в России маркируют меховые изделия и несколько наименований лекарств. В следующем году начнут маркировать табак, обувь, фотокамеры и фотовспышки, а также автомобильные шины. Более того, чиновники считают, что действия системы маркировки следует распространить по всей территории ЕАЭС, иначе обезопасить рынок стран-участников Союза от контрафактной продукции будет невозможно. Возможно. Согласно данным опроса сервиса путешествий, в следующем году российские туристы заявили, что постараются при организации путешествий быть разумными и сдержанными. Более 60% заявили, что планируют бюджет заранее, сообщает РИА Новости. Однако тут же отмечается, что несмотря на планирование расходов, около половины респондентов нарушают свои планы и тратят гораздо больше, чем изначально рассчитывали. Больше всего россияне при туристических поездках готовы тратить на средства на развлечения и организацию досуга. Об этом заявило 47% опрошенных. Трое из пяти заявили, что для них самое главное – это получать впечатление, поэтому они не поскупятся выйти за рамки бюджета ради новых эмоций. Более половины путешественников готовы все же экономить во время поездок ради того, чтобы можно было выбираться в новые места гораздо чаще. Также по результатам опроса стало ясно, что 59% граждан готовы отказаться от просмотра главных туристических объектов, если цена окажется слишком завышенной. Стоит отметить, что в опросе участвовало 21 500 туристов. Известно, что в следующем году туристические компании готовы привлекать клиентов заманчивыми, сдержанными ценами и предлагать путешественникам для посещения непопулярные туристические места. А сейчас курс валют на сегодня. Пожалуйста, любишь ли ты фотографироваться возле памятников и всевозможных арт-объектов? Да, это же эмоции, память, да и впечатление. Но, если честно, я не особо любитель там часто фотографироваться, но при возможности, да. Ну вот я тебе хочу сказать, что в городе Михайловске вандалы разрушили памятник «Я люблю Ставрополь», но они, как мне кажется, просто изменили его смысл, потому что там лежит теперь разбитое сердце. Ром, я, конечно, не хочу, чтобы у тебя это случилось, но если что, ты знаешь, куда идти фотографироваться. Просто надо было ставить «Я люблю Михайловск». «Я люблю Михайловск». Да, да. Разбили. Разбили. Вандалы. Все, я пошел. Грустная новость. Мы продолжаем. Итак, как я уже сказала, накануне ночью в городе Михайловске неизвестные вандалы сломали арт-объект «Я люблю Михайловск». Фото в прямом смысле разбитого сердца выложили в местных пабликах. Мнения, кстати, разделились. О других происшествиях расскажет моя коллега. Добрый день. За минувшие сутки в полицию региона поступило около 1500 сообщений о преступлениях и происшествиях. Установлено местонахождение 6 граждан, находившихся в местном и федеральном розыске, а также 5 без вести пропавших граждан. Сотрудниками органов внутренних дел проводится работа, направленная на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. За прошедшие выходные полицейскими раскрыто 4 таких преступления. На дорогах края зарегистрировано 5 дорожно-транспортных
дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести. За прошедшие выходные полицейскими раскрыто 19 преступлений, связанных с хищением чужого имущества. Так, в Георгиевском городском округе полицейские задержали подозреваемого в совершении серии краж автомобильных аккумуляторов. Неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений 31-летний местный житель подбирал транспортные средства необорудованной сигнализации, вскрывал капот и похищал аккумуляторные батареи, которые потом сдавал в пункты приема. Вырученные денежные средства он тратил на личные нужды. В ходе предварительного расследование установлено причастность гражданина к совершению 16 фактов краж. При проведении оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество. В отношении мужчины возбуждено 16 уголовных дел, которые соединены в одно производство. А в Новоселецком районе полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 600 граммов наркотиков. В ходе осмотра территории зерносклада в селе Китаевском оперативники обнаружили в сторожевом домике пакет и газетный сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в свертке находилось свыше 600 граммов марихуаны. Полицейские установили, что запрещенное вещество принадлежит одному из работников предприятия. Мужчину доставили в отдел полиции, где он пояснил, что хранил наркотик для собственного употребления. В отношении 44-летнего гражданина возбуждено уголовное дело. Уважаемые граждане, краевая полиция напоминает, что дача взятки – уголовно наказуемое деяние. Помните, если от вас требуют незаконное денежное вознаграждение за оказание каких-либо услуг, следует незамедлительно обратиться в отдел полиции. Кроме того, если вы стали очевидцем преступления, сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного телефона. Соблюдайте законы и берегите себя. На этом у меня все. Передаю слово в студию программы «Полдень». Ну а мы перенесемся из мира криминального в мир музыкальный. В Петербурге прошел международный фестиваль волтернистов, на котором прозвучала музыка Хуана Каламера. Его произведения известны во всем мире по саундтрекам к голливудским фильмам «День без мексиканца», «Темный медовый месяц» и «Шекспир внутри и снаружи». На международном фестивале в Петербурге виртуозы из Испании, России и Швейцарии представили самые сложные произведения, написанные для волторны. Здесь на сцене в филармонии впервые звучит произведение современного композитора Хуана Каламера. Волтернист из Испании Хавьер Боне пока единственный, кому удалось исполнить этот сложный концерт на Туралеса Хьюмана. Этот концерт настолько тяжело душевно дается, насколько же и физически. Это очень большой вызов сыграть его на сцене, поэтому я начинаю к нему готовиться за несколько месяцев. Хавьера считают специалистом высшего уровня мастерства в области исторического исполнительства на натуральной волторне. Он также в совершенстве владеет и современным инструментом. Но музыка прекрасная, музыка современная, но музыка очень красивая. Она очень при этом профессионально, грамотно написана, она прекрасно слушается. И я хотел бы верить, что кто-то еще, кроме Хавьера, смог бы этот концерт дальше и играть. Хавьер Боне не только выступил с концертом, но и дал мастер-класс. Он раскрыл некоторые свои секреты игры на волторне. Да, я слушал, как он играл концерт Глиера в Москве буквально 3 года назад. И вот, конечно, это мировая звезда, волтернист мирового масштаба. Вот эта энергия, это действительно присуще настоящему артисту, который на сцене, он дает что-то, и он заражает этим, и хочется дальше следовать вот по его пути. Хотя волторна занесена в Книгу рекордов Гиннесса как один из двух самых сложных для исполнителя музыкальных инструментов, но участники фестиваля из России отмечают, что интерес к ней у молодежи возрос. Вы посмотрите, если в зале, да, сколько присутствует маленьких детей. Конечно, они все в полном восторге, приходят и узнают многие, как по-настоящему звучит волторна. Получается, на высокопрофессиональном уровне эти малыши знакомятся с инструментом. Хорнфест – это концерты, лекции и мастер-классы ведущих исполнителей. Для популяризации волторны организаторы фестиваля планируют включить совместные выступления детей и всемирно известных музыкантов. Да.
Нужно ли ехать в Санкт-Петербург, чтобы услышать игру «Валторны»? И на каких инструментах учат играть в музыкальной школе города Михайловска, которая в этом году отметила 55-летний юбилей, узнаем у наших гостей. У меня в студии очень много сегодня людей. Итак, Меркулова Ольга Ивановна, директор детской музыкальной школы города Михайловска, Костина Людмила Валентиновна, преподаватель по фортепиано. По фортепиано, правильно, наверное, да, я сказать? Ганжа Людмила Юрьевна и Александра Захарченко. Собственно, здравствуйте все. Здравствуйте. Я вас поздравляю. Спасибо. 55 лет для музыкальной школы – это много? Ну, я думаю, что для нашего города это много. Вот. Но, как вам сказать, возраст здесь не самое главное. Для нас самое главное – это развитие культуры нашего Шпаковского района. Поэтому возраст здесь не самое главное. Самое главное – какие у нас работают люди. Какие результаты. Результаты, да. Какой у нас результат? Результаты у нас самые хорошие. У нас очень много детей. Это почти 350 учеников в нашей школе. Uh-huh. В нашей школе работает 29 преподавателей. Вот. И надо сказать, что, пожалуй, наша школа отличается тем, что наши выпускники нашей школы возвращаются к нам назад работать преподавателями. И вот прямо сразу мы поворачиваемся к нашим гостям. Да, вот да? Одна из них. Плавно, да, плавно. Это Людмила Валентиновна Костина. Кто у вас в семье и на чем играет? Ну, первый пришел в школу мой брат. Он закончил по классу баяна у Зинаиды Ивановны Кузнецовой обучение. Поступил в музыкальное училище, поступил в консерваторию. Он баянист. И сейчас он живет в Германии, преподает, занимается концертной деятельностью. То есть не бросил музыкальную деятельность? Нет, он стал музыкантом. Потом пришла в музыкальную школу Яну. Собственно говоря, я сразу с братом, потому что это концерты, это уже среда музыкальная, в которую ты погружаешься. Я тоже закончила фортепиано и закончила музыкальное училище, Академию культуры. Сейчас я уже 30 лет преподаю в школе. Не раздумывали, куда идти работать? Нет. У меня запись к трудовой книжке пришла, вот и работаю. И по сей день. Конечно, потому что это здорово. И еще моя дочь Костина Елизавета, она тоже хочет быть пианисткой. Она учится в колледже искусств при Ростовской консерватории. Будет пианисткой. Ну, а придет к нам, не знаю, я как жизнь покажет, но надеюсь. Придет преподавать. Вы знаете, я вам по секрету скажу, что я тоже закончила музыкальную школу. И когда я в нее поступала, это было модно, честно. Я просто пришла, шла мимо, сыграла собачий вальс, пришла, сказала: мам, меня взяли в музыкальную школу, покупай мне пианино. Купили пианино. А потом, насколько я знаю, был как вот провал какой-то прям, да, в интересе в этом к музыкальной школе. Как преодолели этот кризис? Ну, вы знаете, конечно, это были самые тяжелые годы в жизни нашей школы, потому что мы брали всех деток. Кто захотел прийти, брали и учили всех. Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Так. Сейчас у нас в школе существует конкурс, как в самые престижные вузы России. Вот оно. Да, потому что мы берем не всех, отбираем детей на конкурсной основе. Угу. И есть те детки, которые не попадают к нам, а есть детки, которые с третьего раза попадают к нам, и мы их принимаем. Конкурс, то есть приходят вот 6-7-летки, да, получается? Да. А вы их прослушиваете? Да, отбираем. Поворачивается спиной, повторяет что-то? Да. Вот воспоминания какие у меня еще. Да, да. Вот. Но надо сказать, что мы сейчас обучаем детей уже с 4,5 лет. Так. У нас группа раннего эстетического развития, где мы детей принимаем именно с этого возраста. И они занимаются у нас и постепенно, плавно переходят и поступают в первый класс. А какое самое модное направление? Вот кто из вас мне расскажет? Как вы уже... Так, ну, вы знаете, самое модное направление сейчас вокал. Все хотят заниматься вокалом. Но хореографии у нас нет. Гитара, да, востребована у нас. Духовые инструменты вот сейчас тоже достаточно популярны. Ну и, безусловно, фортепиано, как и было, так и остается, наверное, самым престижным инструментом. Конкуренцию ему составляет, вот Людмила Валентиновна говорит, синтезатор. Вот вопрос, да, сразу. Это современное такое вот как бы уже общество. Пианино ушли на задний план. В домах чаще всего у нас стоят электронные пианино. Разница есть? Ну, вот вы как преподаватель. Разница есть, но вы понимаете, начинают даже на синтезаторе дети играть, а потом
мы приходим к тому, что нужен живой звук, нужно живое общение с инструментом, живое общение с публикой, понимаете, это живой звук. И иногда бывает так, что начинаем преподавать на синтезаторе, потому что пришли играть, учиться на синтезаторе, и приходим к фортепиано. Потому что развивается слух, развивается восприятие музыкальное. Понимаете? Развиваются две культура. Руки. Ну что уж там говорить, все музыканты умеют играть в бадминтон и в теннис двумя руками. Это вот честно, это не секрет. Давайте дадим слово нашим гостям с таким красивым музыкальным инструментом. Вот я, можно скажу, да. два слова, потому что струнное отделение, которое вот у нас представляет Людмила Юрьевна, оно является одним из самых больших у нас в крае. У нас очень большой набор идет именно на струнное отделение. Вот. Я думаю, что дальше Людмила Юрьевна сама расскажет. Тяжело воспитывать молодежь? Очень многое зависит от отношения родителей к занятиям, потому что, я думаю, 95% успеха – это участие родителей, поддержка. Потому что бывают взлеты, бывают падения. Как раз в этот момент нужно, столкнувшись с какими-то трудностями, ребенок чувствует себя беспомощным, и он нуждается в поддержке родителей. И родители, когда проявляют интерес большой к занятиям и ищут способы и приемы, как ему помочь, даже в проверке заданий по сольфеджио, некоторые говорят, а я не понимаю, да. говорит, я не могу помочь, а другие ищут способы и приемы. И тогда дело ладится, Александра, тогда все получается. Вот ваша очередь. Но я думаю, что мы вам не будем давать слово, мы вам дадим микрофон. Я можно несколько слов скажу о Саше? Да. Саша учится во втором классе, второй год. Но вот в прошлом году он у нее был достаточно таким успешным. Первый год, получается. Да, она выступала очень успешно, стала лауреатом первой степени на конкурсе «Детство без границ». И второй конкурс «Искусство 21 века», который проводится в 25 странах мира. Она стала лауреатом первой степени. То есть у нее за плечами за такой короткий период уже два серьезных конкурса. Я думаю, через 10 я буду вспоминать, что я стояла с этой девочкой в одной студии, а ее будут показывать везде, по всем. В этом году мы готовимся к краевому конкурсу. Это очень серьезное испытание. Так что у Саши, хотя рано говорить в третьем, во втором классе о каком-то дальнейшем профессиональном пути, но уже сейчас у нее проявляются задатки очень хорошие. Сашенька, что вы для нас сегодня исполните? Микрофон. Скажу кое-что. Можно. Ну, я играю музыку и лирическую, и веселую. И я сегодня сыграю Янку, сирийскую мелодию. И я еще могу сыграть вам концерт. Саша, я готова вас слушать бесконечно, но, к сожалению, вот у нас прямой эфир, поэтому на ваш выбор, что вам больше нравится. Так, ваш микрофон, ваши камеры, все ваше. Thank you.
Это можно слушать бесконечно, но, к сожалению, программа прямого эфира у нас ограничена. Спасибо огромное, спасибо, что вы пришли с такой красивой музыки. Я вас еще раз поздравляю, желаю талантливых учеников. Прощаюсь с вами. До свидания. До свидания. До свидания. Скажите, а как вы думаете, вот музыкантам нужна зарядка для пальцев или хватает того, что они делают в процессе упражнений? Мне кажется, нужна. И нашему следующему ведущему тоже так кажется. Поехали. В ваших руках скрыт огромный потенциал. Играете ли вы на музыкальных инструментах? Или вы автомеханик? Любите ли вы готовить пищу или считать деньги? Работаете ли вы в офисе или на свежем воздухе? Делая упражнения для рук и развивая их ловкость, вы откроете новые, интересные грани в вашей работе, хобби, спорте. Вы будете удивлять, завораживать взгляд, интересовать, вдохновлять. Более того, вы будете получать удовольствие от работы руками. Привет! Это передача «Палец вверх», и мы поднимем ловкость ваших рук на новый уровень. Начнем, как всегда, с разминки. Сложите кисти обеих рук вместе. Пальцы тоже сложены вместе. Далее наклоняем сперва в левый бок кисти, в правый бок. В левый бок, в правый бок. В левый бок, в правый бок. Далее на себя, от себя. На себя, от себя. На себя, от себя. Далее кладем кисти сперва на левый бок, раздвигаем пальцы и сдвигаем. Далее на правый бок, раздвигаем пальцы, сдвигаем. И делаем так несколько раз. Прекрасно! Сегодня мы продолжим рассматривать комбинации упражнения «Ножницы». И первая комбинация на сегодня. Исходное положение. Пальцы собраны вместе. Раздвигаем пальцы между большим, указательным, указательным, средним. Сдвигаем пальцы, возвращаемся в изначальную позицию. Раздвигаем пальцы между средним, безымянным, безымянным и мизинцем. Сдвигаем пальцы. И чередуем данные положения. У кого получается, подключайте вторую руку. Давайте попробуем. Отлично. Вторая комбинация на сегодня. Исходное положение такое же. Пальцы вместе. Только теперь большой палец мы не будем пока что использовать. Он у нас постоит в сторонке. Отодвигаем пальцы между средним и безымянным. Далее возвращаемся в исходную позицию. Отодвигаем пальцы между указательным, средним, безымянным и мизинцем одновременно. Возвращаемся в исходную позицию. И чередуем данные положения. Можно немножечко усложнить данную комбинацию и исключить фазу исходного положения и сразу переходить из этой позиции в эту. Давайте попробуем. Если у вас не получаются данные упражнения, не отчаивайтесь. Пробуйте уменьшить скорость, помогайте себе руками выполнять упражнения. Держите пальцы некоторое время в положениях, которые не получаются. Это поможет растянуть мышцы и выработать мышечную память. Помните, как в любом деле, если вы уделяете достаточно времени, то у вас все обязательно получится. А у кого получается, давайте подключать вторую руку. Пробуем. Эту комбинацию можно еще усложнить в несколько раз. Но для этого мне нужно знать, как вы справляетесь с предыдущим материалом. А пока на сегодня все. Под лежачий камень вода не течет. Пробуйте, повторяйте, не сдавайтесь. И у вас все обязательно получится.
помните, ваш самый главный джойстик в этом мире – ваши руки. Пока! Хотя сегодня понедельник, и устать от работы вы вроде как не успели, многие не могут найти силы и даже успели испытать стресс. Чилийский музыкант решил помочь строителям в Сантьяго снять стресс и усталость от работы непривычным способом. Для этого они все вместе сыграли на барабанах прямо на строительной площадке. Как это было, смотрим далее. Барабанную терапию для снятия стресса и усталости предложили использовать строителям в Сантьяго. Сеанс необычного лечения проводит чилийский музыкант Педро Грин. Идея в том, чтобы высвободить способности к музыке в каждом человеке, потому что это никому не чуждо. Строители откладывают рабочие инструменты, разбирают барабаны, и концерт начинается. Это прекрасно, просто здорово. Знаете, некоторые иногда грустят или погружаются в проблемы, а когда проделываешь вот такое, забываешь обо всем на свете. Я счастлив. В нашей работе такое необходимо. Это снимает психологическое и умственное напряжение. Это полезно всем нам. Когда люди собираются в группу и скоординированно выполняют какую-то задачу, это сближает. Они объединяются благодаря музыке. Очень важны и эмоции, потому что музыка делает вас счастливым и испускает положительные вибрации. Проект чилийского музыканта называется «Барабаны для души». Педро Грин ездит и по другим чилийским городам, где помогает людям снять стресс от работы. Если этот способ снимать стресс и усталость действительно помогает, то гости, которые сегодня пришли ко мне в студию, должны быть самыми спокойными и счастливыми людьми на Земле. Так ли это, узнаем прямо сейчас. Итак, у меня сегодня прям по традиции много людей в студии. Сергей Стрельников, один из организаторов конкурса, Вячеслав Серебряков, председатель Совета отцов. И победители. Давайте я вас всех представлю. Алена Пронина, Александр Ивченко, Александр Данько, Артем Самойлов. Вот они вы все. Поздравляю. Спасибо. Что это за конкурс эстрадных барабанщиков? Откуда он взялся? Ну, его основатель, скажем так, Юрий Амбарцумович Мирзоян. Он 26 лет назад, даже получается 27, один год он не проходил этот конкурс, он основал этот конкурс. Вот так вот взял. То есть 26 лет подряд в городе Ставрополе проходит конкурс эстрадных барабанщиков. Проходит, да. Почему мы о нем не знали? Ну, как-то мы сильно не афишировали. Мы вот руководители таких вот, скажем так, студий, кружков города собираются и своих детей, да, своих детей вот приглашаем, чтобы как бы общение, ну и само собой показать. Конечно, кто участники? Давайте вот, наверное, кто участники у нас, вот младшая возрастная категория. Угу. Вот они, это школьники, они, да? Школьники, да, с 1 по 4 класс, это младшая возрастная категория. Средняя возрастная категория, вот у нас Алена, она в 7 классе, там с 5 по 7 класс, это средняя. И старшая возрастная категория с 8 по 11 класс. Еще студенты участвуют. Но студенты это наши же ученики, которые поступили. Ну, вот после 9-го многие поступают в училище искусств, там еще куда-то. Да, ну, да, играть давай, продолжают. У меня много вопросов. Вот, давайте, наверное, начнем. Александр, как так получилось, что вы стали играть на барабанах и заняли вот первое... Не прячьте медаль, пожалуйста. И заняли первое место. Еще давно уже начал заниматься, и еще даже мой отец... Украинский Юрий Марцунович, он занимался на пионерском барабане. И когда стоял выбор, то есть я начал заниматься гитарой, но потом начал барабанами и понял, что барабаны больше нравятся и больше получается. У вас дома стоит барабанная установка? Нет. Боюсь спрашивать нет, даже. Дома, к сожалению, у них нет установки, потому что, ну, сами понимаете, да. У нас район такой,
квартиры, да, да, спальни, да, скажем так. Поэтому барабаны у нас в студии, вот, в 29-й школе, у нас барабаны стоят, две барабанные установки, мои шоу барабанщики. И вы все в школе, собственно, и занимаетесь, да? Они, да, приходят в школу, да, занимаются, и, в принципе, этого хватает. Дома, конечно, там отрабатывают, тоже есть специальные, там, скажем так, пэт. Это, на батареях? Да, нет, есть специальные, ну, для отработки ударов, есть пэт, называется такое. То есть никто не страдает, да, от этого? Нет. Да. Чудное создание. Вы как оказались среди барабанщиков? Мне очень нравятся барабаны. И один из моих любимых певцов, Георгий Лепс, я узнала, что он занимается барабанами. И мне тоже очень захотелось заниматься. И как долго ты уже барабанишь? 5 лет. 4-й год. А сколько тебе? 10. То есть полжизни, получается, ты играешь на барабанах. Родители не были против такого увлечения? Нет. То есть ты пришла и говоришь: мама, папа, кто там у тебя, семья, я буду барабанщицей? Да. И все, и пошла? И как успехи? Ну, она вот 2-й год уже занимает первые места в городе. Да, вот 2 года подряд они подтвердили. Алена и Саша подтвердили, скажем так, Алена, что они лучшие. Вы как оказались? Вот, ну, мужское дело, ну как ни крути. Я очень давно хотела заниматься барабанами, и так получилось то, что я нашла в школе такой кружок барабанщиков и решила туда пойти. И все закрутилось, завертелось, и вот так вот вышло. А давно занимаетесь? Да, 7 лет. У вас прям как вот как люди в музыкальную школу, дети ходят, так вы ходите, собственно, на вашу секцию. Да, ну, да, на уроки. Наш кружок, да. Дети ходят, ну вот с 1-го класса многие со 2-го класса. И, скажем так, да, скажем, до окончания школы все занимаются, все. Вот они, ребята, играют в группах еще. Вчера тоже был концерт, когда было подведение итогов, у нас выступают группы наши, да, вот, ну, скажем так, живые команды, так это называется, да. Вот они играют на барабанах в группах своих. Они вчера выступали тоже и заняли как раз вот и первые места. Артем, вот делись микрофоном. Артем, как ваши успехи в барабанном деле? Мои успехи. Я пришел к маме и сказал то, что я буду заниматься барабанами. Мама сначала не разрешила, но потом согласилась. И я ну, мама пошел. Не разрешила, наверное, подумала, что дома будешь, да, барабанить-то? Да. Так. Я уже барабаню 3,5 года. Да, умничка. Сколько у тебя наград? Сколько побед? Рассказывай. 1 победа только. Это первая? Да. Ты рад? Вы все играете на барабанных установках. Они одинаковые или они как-то различаются? Кто расскажет мне? Давай, не, вот, давай. Они различаются. Различаются. А много их разных? Ну, да. Помогайте. Ну, чем они различаются? Ну, ясно, что есть установки, которые вот четко, ну, на концертах, да, 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 привычные, которые скажем мы все видим. Скажем так, да, это у нас классика жанра, скажем, классический вариант, там четко, там 2 тарелочки, хэт, томы, малый барабан. И вот на этом они учатся. Как бы от этого мы не отходим, потому что есть, конечно, у нас барабан и, скажем так, с 2 педалями, чтобы было понятно, это привод называется, да. Там уже старшее поколение у нас это все отрабатывает. Работа ногами, руками, все это отрабатывается, конечно. Ну, а младшие пока начинают только, скажем так, технику изучать, ритмы разные, поэтому они на классике работают. С победителями разобрались. Вы в этом деле сами лично принимаете участие? Барабаните? Ну, стучите? Ну, конечно. Чтобы чему-то научить детей, надо самому это все знать и показывать. Это все в первую очередь не на словах, а всегда надо показать, как это делать. И, ну, и пьесы как бы мы все... Вячеслав, да, вот кивает, стоит. Включайтесь в беседу. Ну, я председатель совета отцов 29-й школы. Дело в том, что вот честь и хвала организаторам, то, что они делают такое важное дело, детей заинтересовывают, и они этим занимаются. И мы от совета отцов школы, мы посовещались на собрании и решили помочь организаторам в организации призов. Проводят они сами, без нас хорошо справляются. Но вот с призами мы взаимодействуем с общероссийским детским фондом города Ставрополя, Слезавин Петр Васильевич. И мы посовещались и организовали, 2-й год уже мы организовываем призы. И хотим в последующем выйти на краевой уровень, чтобы сделать краевой уровень
вот, конкурса эстрадных барабанщиков. А вот я и хотела спросить, потому что, думаю, надо же дальше как-то расти, да? Какие вот планы у вас на будущее? Ну, вот мы с советом отцов, ну, краевым города Ставрополя, вернее, с краевым советом отцов, Фризюк Александр Александрович, он поддерживает эту идею. И в скором будущем, я думаю, мы выйдем на край. А где проходил конкурс, вот который вчера? В 20-й школе. Ну, в школе, да, на базовой школе все-таки. Да, в свое время проходил ДТТ Октябрьского района, были такие моменты, когда там проводили. Ну, в 20-й школе немножко поудобнее, там зал побольше и как-то поуютнее, скажем так, все это попроще, вернее, поинтереснее выглядит все. Ну, в принципе, спасибо большое Юрию Амбарсуновичу, он там предоставляет установку своего барабана, он все это организовывает, и дежурство там, и а дети. А комиссия, жюри, кто в жюри сидит? В жюри у нас сидят музыканты, прославленные, скажем так, музыканты наши местные. Приглашайте композиторы. Звезд. Да, ну как, да, наши ребята, которые в конкурсе когда-то в свое время, сейчас они стали уже, скажем так, знаменитостями. Ну, в принципе, люди достойные, скажем, сидят в жюри, они знают очень хорошо все это. И не первый прекрасно, год. Да. Жюри очень солидное в том же плане, что мы, кто что выиграл, тот то и получил. А кто что выиграл? Расскажите, какие призы были? Ну, призы. Они вот медали, дипломы. Так. Дальше, значит, кто занял 4-7 место, грамоты, палочки обязательно, ну, барабаны это. Угу. Ну, еще приз зрительские симпатии у нас был, вот детский фонд нам предоставил. Там, значит, были такие елочки к Новому году, скажем так, ну, уже, для да. детей. Да, призы тоже хорошие. В принципе, грамоты, само собой, ну, много всего интересного. В прошлом, да, благодарственные письма организаторам. Ну, самое главное, мне кажется, это вот с какой гордостью они сейчас стоят с этими медалями. Я вас еще раз поздравляю, но это очень неожиданно и необычно, правда. Зря они пришли с барабанами. Я вот ждала вас, чтобы вы мне на прощание. Как это все делается? Ну, помогите. Приглашайте, мы организуем в следующий раз. Вопросов нет. Или вас пригласим к нам. Лучше вы к нам. Спасибо большое. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Наша программа продолжается. И вот что вас ждет во второй части программы. Тучи рассеялись, снег тает. Как справились дорожники с метелью и переметами? Очередной отзыв от кинообозревателя Марка Кроля. Увидимся сразу после рекламы. Вы смотрите программу «Полдень», и мы продолжаем. Победа в номинации «Живи и твори», а также звание самого творческого коллектива завоевала делегация Ставропольского краевого СПИД-центра. Итоги 4-го всероссийского форума для профильных специалистов подвели накануне в Москве. Это очередной раз доказывает, что даже в такой серьезной сфере есть место для нестандартного подхода. Что еще интересного произошло в городе и крае за выходные, расскажет мой коллега Илья Захаров. Илья, как тебе новость? Привет, Аня. Добрый день всем. Новость отличная. Я не сомневался, что наша ставропольская земля богата талантами. Кстати, многие из них работают в нашей редакции. Их золотые руки и светлые умы приготовили этот выпуск новостей. Вот главное к этому часу. Насколько пополнили казну, курортный сбор и налоговые отчисления? Краевые депутаты обсудили поступление в региональный бюджет. Поддельное или настоящее? Безопасное или нет? Следователи подозревают завод на КМВ в незаконном производстве минеральной воды Ессентуки-17. Зиме вопреки, в изобильном после небольшого потепления зацвела сирень. А теперь подробнее об этих и других темах. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров прямо сейчас отвечает на вопросы журналистов федеральных и региональных СМИ в главном информационном агентстве страны ТАСС. Заявленная тема – итоги 2018 года и практика Ставропольского края по работе с курортным сбором. Ставрополье – это российская пилотная площадка, где технология курортного сбора проходит апробацию. Опыт признан успешным на федеральном уровне.
И также о курортном сборе сегодня говорили в Краевой Думе. 143 миллиона рублей поступило в бюджеты городов-курортов Ставропольского края от отдыхающих по этой программе. С учетом ноября это будет 163 миллиона. Ожидается, что план в 182 миллиона рублей будет исполнен. Показатели озвучили на еженедельной планерке в Краевой Думе. Увеличились и налоговые поступления в региональный бюджет. Рост плюс 10%. В целом это более 84 миллиардов рублей. Также депутаты обсудили федеральный законопроект, ограничивающий до 25% количество квартир для детей-сирот в новостройках. Это, как считают краевые парламентарии, может создать проблемы в маленьких населенных пунктах. Не обошли стороной законотворцы и тему погодной стихии и ее последствий. Игорь Васильевич, ну давайте мы разберемся все-таки в тех проблемах, которые возникли, причинах, и что нам нужно сделать для того, чтобы люди по 300, по 400 машин не стояли. Юрий Афанасьевич, у вас тоже с правоохранительными органами, там ГИБДД, как отработало, и почему произошли такие пробки, и заторы такие прошли. Что же так взволновало краевых парламентариев и стало причиной неудобств для жителей Ставрополья? Напомню, на прошлой неделе из-за минусовой температуры, внезапного снегопада и сильного ветра возникли проблемы с движением на дорогах края. Плюс плохая видимость и, как итог, на трассах образовались многокилометровые пробки из фур. Дорожники трудились в усиленном режиме и днем и ночью работала спецтехника. Водителям предлагали согреться в пунктах обогрева. На трассах также дежурили спасатели и полицейские. Автоинспекторы сопровождали автомобилистов до места назначения. Ситуация на дорогах улучшилась уже в субботу, все ограничения были сняты. Прогноз погоды на текущую неделю внушает оптимизм. В ближайшие 7 дней в крае будет тепло. И пока весь край боролся со стихией, в изобильном под снежным покровом неожиданно зацвела сирень. Этим видео поделилась жительница окружного центра. Автора записи удивили не столько зеленые листья на ветках, сколько цветы, которые появились в начале зимы, вопреки всем прогнозам. Обычно они распускаются в мае. Причиной такого внесезонного цветения стала, вероятно, все та же погода. Все дело в том, что на выходных установилась плюсовая температура, а в понедельник воздух в городе прогрелся до плюс 2 градусов. Такие природные аномалии вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей. Многие оказались впечатлены увиденным, однако нашлись и скептики, которые не поверили, что запись была сделана сегодня. Продолжаем выпуск. Ставропольский край станет участником 8 национальных проектов в 2019 году. Изначально планировалось участие регионов 7, однако дополнительная финансовая помощь из федеральной казны позволит краю участвовать еще в одном нацпроекте – международная кооперация и экспорт. Об этом сообщает зампред правительства, министр финансов края Лариса Калинченко. Также регион станет участником национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура». В общей сложности из федерального и регионального бюджетов на реализацию этих проектов направят более 8,5 миллиардов рублей. К другим темам. Есть бренды, которые мы знаем с детства. Ну, например, крестьянское масло, киевский торт, крем-сода или минеральная вода Ессентуки-17. Многим из нас даже не придет в голову проверить, кто именно произвел эти товары. На КМВ, как подозревают следователи, завод незаконно разлил и продал минералки на 400 миллионов рублей. Что это было? Одна из крупнейших афер Ставрополья или досадная ошибка? Об этом расскажет Алиса Вартазарян. Это кадры спецоперации. Ее готовили почти полгода. Завод, на который нагрянули служители закона, заподозрили в изготовлении и продаже минералки с этикетками, не принадлежащей ей марки. По подсчетам правоохранителей, за 2,5 года предприятие могло продать более 17 миллионов бутылок Ессентуки-17. Сам по себе объем этой реализованной продукции, с учетом численности нашего населения, можно только предполагать, что практически 10% населения, наверное, попробовало эту воду. В отличие от каждого 10-го россиянина, мы эту воду не пробовали, поэтому отправились в лабораторию. Две бутылки минеральной воды. Одна из них контрафакт, другая настоящий Ессентуки-17. Сейчас в этой лаборатории эксперты расскажут, чем отличается вода в этих двух бутылках. Обычный потребитель, говорят специалисты, никогда не заметит разницу. Вкус одинаковый, поэтому нужно взять пробы воды и досконально изучить ее состав. По выданным результатам
мы можем сделать вывод, что вот в этой бутылке вода Ессентуки 17, а в этой бутылке она не соответствует по показателям хлорида и гидрокарбоната. Они значительно занижены. Но чем опасны такие показатели минеральной воды для потребителей? Узнаем у того, кто ее производит. У правообладателя марки Ессентуки 17. Эта вода не соответствует тем свойствам, тем особым свойствам, которые указаны в медицинском назначении относительно воды Ессентуки 17. По химическому составу, скорее всего, она будет похожа. Но она добыта не из ессентукского месторождения, соответственно, в этом тонкость, да, то есть она не может наименоваться ессентуками. Так где же добывают эту воду? С этим вопросом мы обратились к подозреваемому, директору завода «Октябрь-А». Тот самый завод, где была изъята минералка. И мы ее приобретали в Нагутских, скважина 47, которая относится к типу Ессентуки-17. Все подтверждающие документы, подлинники у нас имеются. Нашу продукцию никак нельзя отнести к контрафактной. Предприятие уже почти 20 лет разливает минеральную воду, но в такой ситуации оказалось впервые. Вину Юрий Анатасов отрицает и говорит, что вода из Нагутского месторождения обладает теми же лечебными свойствами, что и Ессентуки-17. И ГОСТам, по его словам, она тоже соответствует. Если лаборант делает контроль визуально, так, то есть он определяет визуально, то есть пипеткой капает туда, можно понять растяжимое, сделать анализ бледно-розовый, к примеру, и сделать чуть светлее, ну, чтобы ярче был выражен, уже будут показания другие. Как бы там ни было, бутылки емкостью пол и полтора литра попали на прилавки магазинов страны и даже за рубеж. Теперь следователям придется их найти, и если это удастся сделать, изъять. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров. Они добывали воду из Нагутского месторождения и разливали ее, описали, что это Ессентуки-17. Она должна еще и добываться именно в границах определенного географического объекта. То есть в данном случае речь идет про Ессентукское месторождение. Расследование еще идет, и служителям закона только предстоит разобраться в этом запутанном деле. Если вину директора завода докажут, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме того, предприятию нужно будет возместить ущерб правообладателям марки. Что касается любителей минералки, то они могут спокойно вздохнуть. Вода оказалась абсолютно безопасной для здоровья. Алиса Вартазарян, Руслан Агов, Ставропольское телевидение. Всероссийская акция «Великие имена России» на финишной прямой. В пятницу завершилось голосование. Сейчас заканчивается обработка данных из регионов. Напомним, в Ставрополе на этапе голосования лидирует Александр Суворов, в минеральных водах Михаил Лермонтов. Но при этом на имя великого поэта претендует еще и воздушная гавань на его исторической родине в Пензе. Пожалуй, это и есть главная интрига конкурса. Узнать великие имена Ставропольского и Минераловодского аэропортов жители региона смогут 4 декабря, то есть уже завтра в 19:00 в эфире телеканала «Россия-1». Продолжаем. Больше 225 миллионов рублей ресурсники направят на модернизацию котельной по улице Даваторцев 44Е в Ставрополе. Она снабжает теплом около 150 тысяч жителей домов и 33 социально значимых объекта юго-западного района. В 2011 году мощность котельной пришлось снизить из-за сильной изношенности оборудования. Инвестпрограмма городской теплосети в 2012 году позволила начать поэтапную реконструкцию объекта. К этому времени уже заменили 7 котлов, установили автоматизированную систему контроля, отремонтировали ключевые инженерные системы. На это потратили почти 162 миллиона рублей. Модернизация позволила восстановить мощность объекта, снизить затраты и обеспечить потребителей бесперебойным и качественным теплоснабжением. В ближайшие 8 лет на апгрейд котельной направят еще 64 миллиона рублей. Сегодня весь мир отмечает День инвалидов. Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования приурочило к этой дате традиционную добрую акцию. В Шпаковском районе прошел благотворительный фестиваль «На крыльях вдохновения». Свои таланты продемонстрировали конкурсанты с ограниченными возможностями из разных территорий края. Артисты удивили зрителей оптимизмом и силой воли, а организаторы акции отметили, что с каждым годом уровень творческого мастерства участников только растет.
Сам девиз наш «На крыльях вдохновения» отражает суть проводимых нами Дней добрых дел. Сегодня мы чествуем инвалидов с 9 территорий нашего края. Этот год знаменателен для людей, которым не безразличны проблемы инвалидности, поскольку в этом году исполнилось 30 лет со дня образования Общества инвалидов Российской Федерации. Кроме того, 3 декабря весь мир отмечает Международный день инвалидов, поэтому мы чествуем сегодня именно представителей Общества инвалидов. На Ставрополье завершилась акция «Неделя добра». Люди сдавали кровь для онкобольных детей. В проекте приняли участие почти 500 человек, в том числе и губернатор Владимир Владимиров. Об этом он сообщил на своей странице в сети Instagram. «Сдать кровь – то, что по силам сделать каждому, чтобы спасти жизнь ребенка», – написал глава края. В последнюю неделю ноября сдать кровь и ее компоненты для онкобольных детей могли все неравнодушные люди. Они пополнили неснижаемые запасы донорской крови на 220 литров. Этого хватит, чтобы полностью обеспечить маленьким пациентам переливание после химиотерапии в течение недели. Из-за погодных условий на прошлой неделе не смогли добраться до Ставрополя некоторые финалисты краевого конкурса «Библиотекарь года». Но любители тихих кабинетов и бумажных томиков выручили цифровые технологии. Свои проекты и конкурсные выступления участники из отдаленных районов представили по видеосвязи. Кстати, в совершенстве владеть мультимедийными технологиями – это одно из главных требований к современному библиотекарю. Учитывая, что сегодня совсем другое поколение, да, и они пользуются интерактивными технологиями. То есть мы должны всю информацию быть не только на бумаге, да, но она должна быть и в другом варианте, для того, чтобы каждый ученик, который мог прийти в библиотеку, мог воспользоваться любимыми источниками информации. Библиотека – это вторая мама, это дом, где много книг, где непосредственно дают знания не только учителя, но и библиотекари. Они дают знания по всем разделам. Это география, это и математика, это окружающий мир, литература. Ну, это естествознание, это везде, тем более мы в школьной библиотеке. Все финалисты прошли несколько ступеней отбора, чтобы добраться до главного испытания. Лучшим школьным библиотекарям вручили дипломы и денежные призы. К другим темам. Пельмени, колбасы, сосиски и деликатесы из диетического, а главное – местного мяса. Вот уже несколько лет в Изобилинском городском округе успешно работает предприятие «Агроплюс». Оно специализируется на выращивании индейки и производстве продукции из нее. Компания вышла уже на третий этап реализации инвестпроекта, который стал возможен благодаря поддержке Сбербанка. Кира Рогожина продолжит тему. Да, химии никакой нет, все натурально. А специи добавляют? Да, добавляются разные специи. Черный перец, 5 перцев добавляется, соль добавляется. Ну и, конечно, любовь. Именно так на предприятии «Агроплюс» делают и пельмени, и другие полуфабрикаты и деликатесы. А еще выращивают индейку. Здесь она, к слову, практически рекордсмен. Вес индюка может достигать 17 килограмм, самки – 8. Предприятие замкнутого цикла, значит, даже корма для птицы здесь тоже производят сами. Идея создать такое производство возникла еще в 2012 году. В 2015-м, благодаря кредиту от Сбербанка, началась его реализация. В настоящее время уже функционируют 2 площадки по выращиванию и 5 откормочных площадок, мясоперерабатывающий комбинат. Условия кредитования, как бы, ну, они являются основными, учитывая те финансовые инструменты, те господдержки, которые мы параллельно прорабатывали и имели, условия Сбербанка для нас были самыми оптимальными, самыми лучшими. Плюс реакция, плюс отношения людей. Вот эта командная их работа, она дает положительный результат. Общий объем инвестиций банка в этот проект превысил 3 миллиарда рублей. Помимо финансового обеспечения, банк тщательно следит за этапами его реализации, а также оказывает поддержку компании. Между тем, Сбербанк финансирует несколько десятков проектов в сфере АПК. За последние 2 года реализовано больше 100 подобных инвестпроектов. Отрасль – флагман для нашего региона. Соответственно, мы не могли оставаться в стороне. Для нас это очень важная отрасль, которая позволяет в том числе и обеспечить качественными продуктами питания населения и, соответственно, качественными, самое важное, доступными. Банк планирует и дальше наращивать вложения в аграрный сектор. Компания «Агроплюс» же вышла на третий этап реализации своего инвестпроекта. Уже в следующем году предприятие планирует увеличить производство до 12 тысяч тонн мяса в год и занять существенную долю регионального рынка индейки. А еще начать экспортные поставки в страны ближнего зарубежья. Кира Рогожина, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение, Изобильнинский городской округ.
О развитии событий на Ставрополье мы будем информировать вас на сайте stv24.tv и в наших выпусках новостей. Ближайшие из них в прямом эфире уже в 15:30. А программа «Полдень» продолжается. Я передаю слово Анне Медяник. И с учетом последней новости хочу спросить, нравится ли тебе индейка, точнее блюдо из нее? Если это будет приготовлено как свинина, то да. Если похоже на индейку, то нет. Вот так. Мы продолжаем. Если вы регулярно смотрите программу «Полдень», то знаете, что мы постоянно что-нибудь разыгрываем. Сегодня у вас есть возможность получить вот этот подарочный сертификат на 1000 рублей в школу-студию «Стрекоза». Сейчас особое внимание жителей города Михайловска. Этот салон находится именно там, на улице Фрунзе, 2. Итак, чтобы получить сертификат на услуги красоты, нужно позвонить нам в прямой эфир по номеру 8 800 707 02 26 и ответить на один вопрос. А вот и вопрос. В 18 веке во Франции было невероятно модным носить накладные брови, которые изготавливались из чего? Варианты ответов. Мышиного меха, бархатной ткани или замши. Я жду ваших звонков и правильных ответов, а мы продолжаем. Спортсменка из Железноводска стала чемпионкой мира по кудо. Яна Малеванная выступала в основном в составе сборной России и заняла первое место, одержав победу над соперницей из Японии. Всего же в копилке российской команды по итогам турнира 12 золотых и 4 серебряных медали. И в продолжение спортивной темы – парная зарядка. Парная тренировка. Парная тренировка – это отличное совместное времяпровождение, общее хобби и еще одна возможность совместить приятное с полезным. Скручивание. Сядьте напротив друг друга. Поднимите корпус за счет силы мышц пресса. На каждый повтор касайтесь ладони вашего партнера. Выполняйте упражнение в течение 1 минуты. Планка плюс отжимание с хлопком. Один из партнеров принимает упор на колени, руки прямые, ладони под плечами. Его задача – отжиматься, почти касаясь грудью пола. Второй партнер становится в планку, удерживая спину ровно, а пресс – в напряжении. Упражнение выполняется в течение 1 минуты. Дай 5. Примите упор лежа напротив друг друга на таком расстоянии, чтобы дотягиваться до партнера вытянутыми руками. Отжимайтесь, а при подъеме давайте 5 партнеру правой рукой по левой руке. Теперь сделайте второе отжимание и дайте 5 уже левой рукой по правой руке. Сделайте по 10 повторений на каждую руку. Приседание. Встаньте напротив друг друга и возьмитесь за руки. На вдохе сделайте скрестный выпад назад. Вернитесь в исходное положение и, удерживая друг друга руками, присядьте, сгибая ноги в коленных суставах до угла в 90 градусов. Подъем ног. Партнер внизу выполняет классические подъемы ног. Поясница прижата к полу. Для опоры необходимо обхватить ноги партнера. Задача второго партнера – толкать ноги вниз, как только они достигнут прямого угла. Это позволяет создать дополнительное сопротивление и отлично проработать нижний пресс. Тренируйтесь и будьте в форме! В Лондоне в рамках недели российского кино назвали лауреатов премии «Золотой единорог». Лучшим стал фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» режиссера Александра Ханта. Кроме этого, картина победила в номинации «Лучший сценарий», а исполнитель главной роли Евгений Ткачук удостоился награды как лучший актер. А у нас на очереди рубрика «Кинолайк» и самые свежие отзывы от Марка Кроля. Всем привет! Один из самых сильнейших по эмоциональному накалу и провокационных фильмов, который мне удалось видеть, это, безусловно, фильм «Охота». Очень серьезная и глубокая драма, отлично показывающая, насколько быстро срабатывает механизм массового помешательства в сознании людей, даже не пытающихся разобраться в ситуации.
Это история о добропорядочном гражданине, проживающем в небольшом городке и которого обвинили в излишнем пристрастии к детям. В подобной теме большинство сразу же посчитает ребенка жертвой. А такое понятие, как презумпция невиновности, для взрослого здесь даже не существует. Несмотря на физическую и психологическую травлю, главный герой сохраняет достоинство. И это, пожалуй, один из лучших примеров терпимости в кинематографе. После просмотра фильма в очередной раз делаешь для себя вывод. Никогда не осуждай человека, не делай поспешных выводов и не ведись на мнение большинства. Если вы планируете провести сегодняшний вечер дома перед экраном телевизора, вот что мы приготовили для вас. В 18.30 горячая линия «Власть и общество». Поговорим о том, как дорожники боролись со снежной стихией. 19.15 Дзержинского 102. Программа о буднях краевой полиции. 19.30 главные новости края в информационной программе «День». 22.00 художественный фильм «Главный». Все знают, что Сергей Королев запустил в космос и первый искусственный спутник Земли, и Лайку, и Гагарина, и вывел в открытый космос Алексея Леонова. Но никто не знает, насколько ему было трудно преодолеть и косность партийного руководства, и недоверие коллег. Наша программа подходит к концу и по традиции о погоде. Судя по тому, что в городе изобильном зацвела сирень, зима временно отступила. Всю следующую неделю синоптики обещают небольшой, но плюс. Так что поиграть в снежки пока не получится. Я же с вами прощаюсь и желаю продуктивной рабочей недели. Пока-пока!